каждый день забираете вот такие вот призы. Выбираю левый. Только не идет. Да! Я должен кликнуть на один из контейнеров, и мне рандомно выдастся. Напишите, что вам выпало из вот этих контейнеров. А если не выпало, то заходите скорее на аккаунты. Но обязательно лайк поставьте, чтобы как можно больше людей узнало о такой халяве. Друзья, если хотите получить вот такой и такой танки, тогда участвуйте в конкурсе на 24 тысячи танкоинов. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать комментарий слово «участвую», а также в настройках ввести тег Биг. Ну а итоги я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс. И в танках у нас началась какая-то череда халяв. Просто дофига. Гищи халявы в честь дня рождения танков онлайн. Разрабы понапихивали, я сейчас расскажу, как забрать и быстро залутать все-все ништяки. То ли это компенсация, то ли это просто такие вот приятные бонусы, как вот нам, как мы гости на днюхе, да, и вот нам каждому по кусочку тортика разработчики приготовили. Так вот, что за тортики, давайте разберемся. Начнем с раздела миссии. Здесь есть бонус за вход, просто за то, что как бы вот, да, кстати, до днюхи еще ровно 7 дней осталось. Ну, собственно, днюха у нас 4 июня, а сегодня 26 мая, и то есть на протяжении 7 дней заходите в раздел миссии, бонус за вход, и каждый день забираете вот такие вот призы. И по итогу, еще спустя 7 дней, вы забираете еще один такой вот основной приз. Если вы все залутали, это еще плюс 100 танков. Ну, а если нет, то в любом случае вы пофармили контейнеры. Да, я не сказал, что это прям что-то вау, как бы, да. Тут не дают, хотя странно. Реально, странно, почему не пихнуть какую-то, ну, краску, что ли, я не знаю, или какое-то свечение на пушку. А чё нет? Ну, типа, блин. Почему нет? Если днюха 14 лет, ну тут такие, ну, беспондовые призы, конечно говоря, но по контику разве что как бы да, и в конце вот эта ядерная энергия, по 30 припасов, но для халявы пойдет, жаловаться конечно особо не будем, хотя хочется немножко пожаловаться, ну ладно. В общем, понятно, бонус за вход забрали, каждый день заходим, лутаем на всех аккаунтах, не забываем, у кого есть 2, 3, либо как у меня там дофига, то заходим, лутаем и просто охреневаем уже от количества забранных движух. Следующая халява, которая тоже сегодня же появилась, это называется тайная вечеринка. Вот, секретная вечеринка. Мы тыкаем по ней, и нам тут предлагают поздравить танки онлайн. То есть, ну, что нужно сделать? Просто поздравить танки онлайн. Это как бы секретная вечеринка, о ней никто не знает, кроме тех, кто смотрит этот ролик. Пишем с ДР. Ну, как бы, мне кажется, максимально... А надо побольше писать, да? А, ну да. С ДР, что ли? О, вот так можно. Все, отправить. Поздравили мы танки онлайн. И нам тут выбери одну из трех ячеек и получи подарок от танков онлайн. Ну, видите, как я сильно поздравил. Мне тут уже угощения пошли. Ну, в общем-то, подарок раз, подарок два и подарок три. Я должен кликнуть на один из контейнеров. И мне рандомно выдастся что-то. Что-то вау. И поэтому мне интересно, на разных аккаунтах что мне повыпадает. Ну, собственно, давайте нажимаем. Так, мне кажется, вот по центру что-то прикольное. Я нажал? О, день према! О, нормально! Не, конечно, у меня према супер дофига. А тут нельзя уже проверить, что было дальше. Блин, не, ну день према это очень, очень даже, в принципе, ничего. Хотя там падали еще контейнеры, дофига ультраконтейнеры. Я бы, конечно, от них не отказался, но день према. Биг Танкс, у которого 3809 дней према. Ура, прем. Ну ладно, это не важно. В любом случае, это халява. Плюс один день, как бы поиграем. Не надо тратить на прем. Я предлагаю зайти на еще один аккаунт. Вот на втором аккаунте мне по-любому сейчас что-то мощное выпадет. Но я, конечно же, сперва захожу, забираю первую халяву. И потом уже листаю к следующей. Собственно, пишу здесь стандартно с ДР. Что ли? Как бы, да. Ну, с ДР, что ли. 14 лет, ни хрена себе. Левый. Выбираю левый. Только не сделаю. Да, 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 да. Вот. Охереть, 14 контейнеров, ультра контейнер, ну нифига себе. Вот с этого стоило, ой, как вы выйдете. Вот с этого стоило начинать. Я их даже прямо сейчас открою. Блин, ну нифига себе. Ну нифига себе, вот это подарки. Нет, вот это я считаю неплохо. Если бы мне везде выпадало по 14 ультра, вот это прям реально годно. Так, выпало мне утяжеление, да? На, что, на Хантера, по-моему. А насос повышенного давления мне выпал на Фризака. Ну, на халяву пойдет. Мне просто интересно, если я вот на нескольких аккаунтах прям жестко позабираю, то как бы какой шанс вообще выпадения этих контов? Я там слышал, что там еще звезды падают, но звезды это не прикольно. Опять день према. Кстати, у меня здесь вообще не было. То есть я, получается, забираю день према и забираю еще, по идее, здесь за прем
контейнер, то есть за то, что у меня есть прем. Нормально. Не, ну слушайте, так можно вообще жестко пофармить. Это ж, кстати, если кто не в курсе, то еще такая штука есть танковый опрос. Здесь вы заходите и проходите опрос из 5 вопросов, собственно, да, отвечаете там на них быстренько, там варианты вводите, и вам еще 300 танкоинов дают. То есть 300 танкоинов. А там залутали припасики, кристаллики, тут залутали еще премочку, либо контейнеры. Ну нифига себе, это уже какие-то мажорские движения пошли. Блин, ну о таких вот халявах реально вообще можно прожить и нифига себе нафармиться в танках. Так, забираем еще подарок на очередном аккаунте. Блин, день према. Мне кажется, какая-то подкрутка стоит, что 14 контов, ультра контов, они прям редко выпадают. А вот день према прям сыпется. Ну и мне еще звезды не выпали ни разу. Ну что, может на этом аккаунте, конечно, повезет. Так, левую открываем. Да, 5 день, да, это точно подкрутка. Тупо день према. Кстати, напишите, что вам выпало из вот этих контейнеров. А если не выпало, то заходите скорее на аккаунт. Но обязательно лайк поставьте, чтобы как можно больше людей узнало о такой халяве. Если есть халява, нужно пользоваться, и чтобы как можно больше народа воспользовалось. Поэтому лепите лайк обязательно. Вот интересно, сколько всего подарков, ну, в смысле открыток, было отправлено танком онлайн. Ну, может быть, разработчики дадут статистику какую-то. Типа, нам было отправлено, там прислано ваших поздравлений, там 2 миллиона 500 тысяч там, или что-то такое. Ну, короче, интересно на самом деле. Так, ну центральный, с центральным должно повезти. А вот это уже ну нифига себе, не, все-таки какой-то шанс на конты есть. Но, мне кажется, он явно меньше, нежели на что-то такое, типа там приема. Так, защита от заморозки выпала мне. Это что, диктатор или что это? Непонятно что. Ну, такое, дроп, конечно, не впечатляет, но то, что конты достаются, вот это реально годно. Я, конечно же, здесь все позабирал, и награды за вход, и все такое. Блин, вообще это угар напоминает мне систему контейнеров. Ну, типа, что рандомно ты выбираешь, и тебе что-то отсюда выпадет. Угар, ну, кстати, да, тут как раз как контейнер и прикреплен. Ну, типа, блин, это прикольно. О, что это? Это что? А, это звезды мне дали, 14 звезд. Ну, кстати, впервые мне выпали звезды, не знаю, какой на них вообще шанс, но я получил тут контейнер, кристаллы и все. Ну, мне кажется, звезды это такая, ну, максимально бесполезная штука, хотя за них я вот сейчас что-то, может быть, и выбью. 1000 кри и 1000 кри. Ну да, все-таки из того, что мне сегодня выпало, звезды самое бесполезное, потом прем, ну и на первом месте 14 ультраконтейнеров, это вот то, к чему стоит стремиться. Короче, ребят, я думаю, что это офигенно, и прикольно, что разработчики такое сделали. Надеюсь, это не последняя движуха от танков онлайн, может что-то еще прикольненькое будет, поэтому ждем. Лепите лайкос в честь дня рождения танков онлайн, если это для вас игра детства, то точно лайк нужно влепить. И с вами был Биг Танкс, господи, кто же еще мог быть. Все, всем удачи, всем пока, друзья.